с Дэном выбрались немножко полетать вот на такую площадку. Соловьи у нас поют. Соловьи или поют. Что у тебя? У меня Сима X8C. Ну, короче, Дэн сейчас будет пробовать пролететь через шину. Нет, Дэн не будет пробовать. Дэн уже представил, как это будет. Нет, не просто попробует полететь. А какая у тебя, восьмая, да? Восьмая, восьмерка, большая самая. Вот такое, не взлетай. Да, сейчас попробую пониже. Надо ее оттренировать однозначно. Ну, вот она у тебя висит. Не, она куда-то ее тащит все время. И вперед, по-моему. Ну, тренируй. Да не, она висит нормально, чего ты хочешь? Чтобы она вообще идеальна? Идеально она не будет висеть. То есть, если явно ее не тянет никуда, то нормально. Ну, а что, ты не хочешь попробовать через шину? Иначе мне нечего будет человеку отсылать. А, ну да. Так я, конечно, не попробую, да. А я просто вообще в целом боюсь, что она... А зад-то где? Два красных? Не-не-не. Два зеленых? Ну, притопи вперед-то. Оба. Нифига ты, летчик. Тихо. Нифига ты летаешь. Это сколько у тебя ты вроде бы совсем недавно, ну, да? Полторы недели. Полторы недели? Нифига ты крутой. Сейчас вот наговоришь, нахвалю. Не, ну вокруг вот, полетай вокруг вот этой конструкции. Только на одной высоте, без вот таких подъемов. Тут не очень просто это сделать. А вот ты опустись. Когда даешь газу. Ну, понятно. Когда начинаешь в поворот ходить. Во, вот с такой скоростью лети. Хочу показать, что она все-таки может, да, лететь? Да. А ты снижай, вот пробуй по чуть-чуть снижать. Вот чувствуешь она? Либо газ уменьшай вперед, движение вперед. Ну, потихонечку. Попробуем приземлиться на то же место, откуда он был взят. Ну так. Не самая яркая посадка. Нормально. Ну такая вот Сима. Так, ну вот. Сделал вот такую штуку. Вот, резиночками? Да, резиночками. Круто. Вот, можно это даже чуть-чуть увеличивать. Напругу резинок. Да, держит. То есть смысл в том, что камера немножко вверх смотрит, потому что когда она внизу была, квадрик и так наклоняется при движении вперед. Еще камера под углом вниз. То есть получается, ты вообще, если по ФПВ летать, то получается вообще землю смотришь. Ну, да, я же пробовал. Да, да, вот. А когда камера сверху, то есть чуть небольшой угол, то как раз он вперед примерно. В общем-то комфортно, да, получается.
Так, аппаратура, но ее что-то рано я включил. Что за чудо? Мешочек. В комплекте к шлему шел. Ну удобно, не царапается, ничего. А он сразу включается, да? Вот посоединил. Ну здесь так же, как и у тебя, да. Нет, здесь ты выключал. А, нет, здесь сразу, здесь. Без изысков. Вот такая картинка получается. В общем, неплохая. Летать можно. Заморгал что-то он. А, все нормально. Ну почти. Ты его предупредил, что ли? Тем и хорош, что он неубиваем, понимаешь? Крышечку я бы сделал попрочнее. Доставь на землю его просто. Все, можно взлетать. Не, я могу сказать, что к FPV, конечно, надо привыкать к очкам. Потому что я пробовал, очень сильно вестибулярный аппарат не понимает, в чем дело. Когда ты поворачиваешь голову, а картинка не меня. Не думаю. Да, не, он просто в траву упал. Пока четко все, продолжает движение. Ты ну, просто еще, понимаешь, ты стоишь, туда смотришь, то есть тебя не снимает GoPro. А, ну сейчас буду снимать. Можешь подкинуть его. Подкинуть, да? Да. Я на счет три кидаю. Да кидай просто. А это что сейчас было? Все было. Вот это вот провал. Никаких провалов. Ну почти. Но главное, он упал и в принципе может лететь, да? Да, если бы ты газу дал, он бы это. Ну я почти прошел в это колесо. Давай еще раз попробую. Давай. Ну последняя попытка, потому что аккумулятор садится. Теперь моргает. Но он уже не взлетает. Это максимум? Да, да. Сейчас вот. Чуть-чуть. Ну он уже не слушается просто. Все там, да, аккумулятор сел. Я это сделаю. Не, ну чисто теоретически это могло. Да. Вполне. Вполне реально. Весь такой чумазый. Боевой дрон. Но не убивайка, конечно. Ну это мой охренительный плюс. Да, то есть вот за счет его легкости. Сколько за... он у нас упал раз? 3-4 раза. Ну, упал. Слушай, он за все свое вот существование уже столько раз падал и как бы. Это твоя фишка. Продолжает жить. Сломал антенну. Не, ну нужны флипы какие-то, нет? Не ну, хоть... наверное, можем сделать. Не, ну смотри сам. Я тебя, если что, не... Как, ты меня подстрекаешь, чтобы на конкретно. Оба. Прямо конкретно. Умышленно, да?
Прямо, а? Умышленно. Да. Подстрекаю тебя. Снимает? Да. Слушай, ну огоньки прикольные, вот уже вечереет. Ночью достаточно хорошо они летают, совсем прям сейчас сядем. Ночью прям по кайфу. И реально видно и вообще. Ну давай его подброшу. Давай, кидай. Я могу его сам, в принципе, подбросить. Он... Не бои... Ну, не, ну, конечно. Опа! Слушай, я не снял. Да ладно. Вниз вот так вот камера смотрела, серьезно. Ну, только, естественно, это... Ну, сам его подбрось тогда. Поймаешь? Да, да. Ну, не снижай. Не, ну я не должен за ним гоняться. Я тебя понял. Че, не хочешь мне в руку его подать? Да блин. Только смотри, газу не дай. Да, да, да. В момент. Это как это, почтальон Печкин, помнишь? Шапку, шапку, когда шарик его это. И он... Да почему не вставляй? Не, оно... Оно... Это видео выйдет позже. Но плавненько? Ну, да, ну плавненько, давай еще раз. Ты, подожди, а почему он не захотел сразу-то... Да все нормально. Газку побольше надо было. Это давай. Максимум. Так что его выше кидай. Выше. Ну все, красавчик. Не, он ее. Она ловит. Тихо. Не газуй так. Ну дай чуть полетаем. Да, конечно. Можно? Че, так тебе дать? Да можешь так дать. Ну, у нее есть какая-то вот точка, где он более-менее держит высоту на средней скорости. А если его не заваливать сильно? Кость там... Да я вижу, вижу. Нормально. Мне кажется, сейчас подстрижешь прямо. Рисковый парень. Ну не свое, не жалко. Ну да, такого. Заберешь? Ну да, давай. Ну вот смотри, он лицом сейчас туда смотрит. Хорошо. Я тебе передаю. Я сейчас с этой разберусь. Дэн убрал свой квадрик в хозяйственную сумку. Я большинство моделей так спортивные. Ну, вышел за спичками, там, с авоськой, с квадриком, квадрик. Ну да, да. Ну вот так вот полетали сегодня. Все аккумуляторы высадили. Вот. Такие итоги у нас, да? Ну что, без потерь итоги. Да. А это что? Это хорошо. Ну как без потерь? Антенну я сломал. Ну, в принципе, это антенна как бы такая, ну... Ее не жалко, да. То есть, как бы, вот так вот. Все, я надеюсь, будут еще видео. Будут. Вот. Да, поэтому подписывайтесь.
ставьте лайки, дизлайки, ну, все что угодно, комментарии и так далее. Все, всем пока. Ра-ба-ра-ба-рам, ра-ба-ра-ба-рам, ра-ба-ра-ба-рам.